еще летает, блядь, что ли? Вон он опять на инверсию, блядь. Да. Паразит. 455-м штука. Потом скиньте ссылку, миссия закончится, тут будет на меня заходит сейчас. Да я уже сплю. Ты смотрел новый бои танковый? Ну. Так, он падает, он на тебя. Новые танковые бои где? Есть, в этом, ну, который будет по взаимию. Новое видео выложили, да? Да, нет? Да, да. Блять. Ну вот что такое, я только миссию загрузил, ничего меня выкинуло. О, бред, блять. Андрюх, а ты через ланчер запускаешь? А вот теперь вижу штуку. На нее только вы двое заходите, смотрите, неаккуратненько. Сейчас она бомбу скинет. Заход, заход, кто вверх тянет. 6, смотрите. Бомбу скинет, сейчас грохнет. Аккуратно. Фока падает. Фока куда падает. На танк, нет, на дымящего. Белый дым гоняет, за ним. Плавка. За ним фока. Через плечо шмаляет. Тройное, тройное. Фоку кто, дету кто гонит штуку, заход. Да, отхожу. И бьет. Плотно. Блять, гребаная лавка, и она отгребла, вот штуку. Еще продолжает тянуть за тобой мессер. Кто штуку гнал. Ага, ой, блять. Влево встал за тобой. Аккуратно, блять, аккуратно, надо, аккуратно. Блять, инструктор ты что ли был? Ну я был, а че? Ну ё-моё, видел же я его, веду этот, блин, фоку. Ты ж сзади был меня. Да куда ты, блядь, такой, блядь, олень, блядь, и куда ж ты за мной привязался, топливный бак не пробил, блядь, паразит, когда... Все, я подбил его. Босса отстрелили. Есть, хорошо, есть, да. Вы его там... А где фока? Еще фока была у тебя сзади. Сейчас вроде... Я его знаю, знаешь, фока куда-то улетела, блядь. Так, на танках два синяка. Две. Одна фока, точно? Я сейчас метров с 400 дал, и все, ПК. Я подхожу, мы подходим. На нулях? В 2 часа? На нулях? Вообще прям низко. Давай пикернем. Вот это сеть. Ты думаешь, пикернем? Давай пикернем. Пикернем а танком. А, тогда, блин, Вань, может останешься, Вань? Ну давай сверху поставим. А там еще кто-то в усах подходит, блядь. Солнце сидит. Тоже не сошли, по-моему. Сгоняюсь. Вижу. Вот они низко сейчас проходят, да? Так, Мано, давай, пикируй, Ваня. Да? Пикируй, снова, да, Мано, пикируй. Сгоняюсь. Давай, я справа захожу. Какую берешь? Понял, захожу на ведущего. А, они в вираже стоят, я так не доверну до них. Вы штук нашли или фок? Нет, фоки. Вот захожу на ведущего. Так, атакует кто-то, да? Да. Вместе тут. Они во. Блин, они наверх пошли, что ли? Нет, не вижу их сейчас. Вы их видите? Наверху они? Одна дымит. Столкновение вот. А вторая? Было. Вторая вниз пошла в облака. Падает. Каким курсом? Курс какой? 167 падает. Принял. Нет, разворачиваем. Петлю делаем. На 0.50 сейчас над землей. 0.30. Вот кто-то за ней идет. Я иду. Почему я не вижу? Так, а, вижу. Слева засажу. Да. Вижу. Выхожу. Осторожно. И чего? Все схавал? Ужасно. Нормально. Кто за ней? Хорошо, попали. Разобрали. Кто-то там еще. Все, готов. Блять, их было трое, и тот урод, сука, взял и меня вторая не слабила.
блядь, в космосе летает. Чего ты прилетел на наш фил? Ну хоть получше, блядь. Я тебя собью. Вот сейчас просядет. Здорово. Привет. Здорово. Под тебя подныривает. Заход снизу. Ёлки, еще и малые чпурники они у нас отбили. Так, атака на тебя снизу. Говорил ко мне, развернись, а? Так, ну что же я призванулся, а то... О, чехуль. Там прыгать решил? Куда нужно, наверное. О, он еще... Огрёб. Да, я его там в пулемёт шмалял. Да, ну всё, где-то. Так, на большие расстояния. Ну и чё ты? А, ещё не разбился, ну не чешься. Просто орёл. Ну давай. Ну, всё, готов. Ну и отлично, больше не трогаю тогда. Да, он без движка плюхнулся. Что еще такие пируэты тут выделывал? Супер-пупер просто. Ну, так, ну дым... что, они все у нас отобрали. Да. Отобрали чпорники. Отобрали, да. А до папы выходи. Давай. Смотри, этот еще и гумрак сейчас по ходу дел. Ну, понятно, мы не удержим с такой бестестной организацией. Этот еще пробитый. Мано, стоят. Скинь триммер. Кинул, да. А то будешь как мамба биться, блин, два раза. Да ты ее так не умничай, мамба, блядь. Мамба хуярит танки только так, блядь. Орешки, блядь. Ай, блядь, я не попал в вас. Ёбаный в рот. В борт все берется, по-моему. Да я в жопу не бью, блядь. Тем более. И в жопу винтом не надо. Двигатель в кабину.
В смысле, с жопу вин... Ты уже винтом уже заехал, да? Да ничего я не заехал, не каркайте вы нахуй. Нам же не надо очередь давать, аккуратненько по одному выстрелу. Да я вот это пытаюсь, блядь. Надо не стараться их в прицел поймать, а так, все равно сболтает. Один задымил. Блин, все знает, блядь, про всех. Ломился. Он задымил, просто ругается, я поэтому помогаю. Если дымит, мы уж не бить его. И это, мы тут это, начнем думать про тебя плохо, блядь. Танкист. Да-да-да. Я попозже чуть-чуть. Все, да. Понял ты такое. Я, если что, там черканешь слезить. Хорошо, хорошо. Давай. Горит, то горит. Я не пойму, может. Если что, отходи к бутам 40. Вдруг, если что. Не, лучше отрицать землю, что-то я не газ. Не-не, пляшка подберет там. Один взорвался. Мягкая есть? Я. Паша, есть сугробы. Да и без не хватило. А, это Кирилл одного писнул сразу. Рубин, ты там пытаешься подвиг Чкалова повторить? Да. Паша, прошу тебя. А ты откуда знаешь? Посмотри, колонны-то жесткие, блядь. Колонны хорошие, да. Ты сзади, что ли, идёшь? Смотри, не воспользовался. Вот я думал про тебя, что-то платил потом. Ладно, блядь. Я всего лишь пролетел под маской. Запомни, где этот мост стоит, на Плодовской. Ой, не разворачивается. Да что это, сука, парни, от северной цели лечу, от Новосибирска 2 месяца на нулях. Не, не пойму, у меня танк по снегу ушел. Должно быть, что ли? На пешке, что ли? Да. Блин, мы далеко все идут. Не пойму, ладно. На пешке надо на 4 лезть и пикировать, тогда ты уйдешь. О, нет, это не мой метод. Почему? Я, хороший метод. Я штурмлю до последнего патрона цели. До последнего ихнего патрона? И ихнего тоже. Это плохой метод. Пешка должна сброситься и уйти. Блоков кто-то выпал к вам на танках, слышите? Я аккуратненько укажу бомбочку в ворота ангара. Пошел. Ребят, все счеты проверяйте на танках. Кто-то там целенаправленно на вас идет. 6-6-6 проверьте. На танках? Да-да-да-да-да, на меня заход. Ребята, Илюша, ладно, смотрите внимание. Что такое? Благолетчик какой-то. На восток идет под облаками. Он пошел курсом 240 вверх. Я вижу, я захожу на него. Ну сам 30 он идет. Подожди. Значит, тогда второй. Фу, 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 фу
Вышел из облака, вышел. А, это я. Я а просто вот разговариваю. Да, да, давай, 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 молодец. Смотри, он прошел. Потом сам. А вас там двое, что ли, за ним? По-моему, пиздец. Нет, так, что заходишь? Не меня. Так, кто, Мана, ты заходишь? Да. Я за тобой. Вверх, вверх, он переворачивается. Надо его. Он мне в лоб выходит. Что-то отпало. Отпало, да, но летит. А, все, все, все. Убил, убил? Ну да. А все. Я не буду подать. Давай. У меня бронебойка, он садимся. Да, вроде падает. Еще гонят, смотрите. Кто-то. Это его же какие-то. Не, этот сдох. Второй еще, значит, был просто. Вон атака, атака под линию нашу. Адемного заход. Адемного заход. Да ёб твою мать, блядь. Какой же я дымный-то, вы чё? Да сука, блядь, дымная. Блять, ну вы. Лошары. Сами трое вас за ним. Пойди. Ладно, Элла идет в лоб. Нет, на Элла это свой. Там сейчас фокус за. А, походу здесь второй синий. Там, кто там за этой фокой? Сейчас сбивайте его, его уже. Так, я его бросаю, да. Мано, ты вправо, да? Да, так, да. Так, кто там фоку включит, к вам мессер идет. Да. Упал. Упал? Я упал. Пёстр, мовка закончена? Где бой идёт? Сквозь бой идёт. Вот так, косы. Синяки есть? Нет. Вылетите для церкви. Да, нет, подождите, вы сапоты ничего не посадите. Я на трёшке подхожу. Я в конверте. Я на трёх тоже. Я тебя вижу. Вот здесь. Что там за выстрел? Только микрофон кто пробивает? Ой, война! Над танками два мессера, один высокий с четырех падает, начал падение. Вот сейчас проатаковали нашего, он стоит. Над ним вот сейчас мы вижу, дымящим. Вижу, подхожу, вижу, вижу. Вы же там вроде выше были. За ним вроде разворачивается. Так, 6-6-6 вправо, шестерка, кто немного шестерка, вправо кто... вверх. Шестерка. И в лоб идет мессер, лоб идет мессер. Нет, вот влево отворачивает, за тобой. Нет, бросил. Бросил, да, блин. Тяну за ним. Еще один. Наверх пошел. Да, вот за ним кто-то вытягивается. Да, танкист тяну. Ну все, они сливаются. Ну, хорошо. Это если тебя заход, но далекий пока. Нет, он только разворачивается. Ну сейчас за месяц стоит, на него заход. Он заходит, типа, а там слева сзади. Сейчас стрельну.
Нормально, чисто работай, 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 у него на 6 уже. Да, да, да. Все, хвост застрелил. А, отлично, вижу его. Вытяну. Захожу на него, попадаю. Захожу на него. Принял тоже. Дублирую. Мано, а чё ты это, у тебя же эти вяжки, бей танки. Вообще нет, у меня же птица. Захожу за эти мысли. Давай, страхуй. Забоюсь, вторые. Так, вы втроем аккуратнее, ребят, втроем заходите на место. Так и за мной тянется. А я на сижу снести. Ой, ёб твою мать, два мессера, два синица. Все, общий отход. Фока. Да, понял, понял. Общий отход на ласток. Видел трассы, курс, курс 90. По нулям желательно. Так, я по спустил, нулям на фоне земли. Блядь. Ты где? Западнее вот танков. Да, да, пойдем туда немножко побудем, а потом шокаем кругом. Так, ну мессер слил скорость, а фоку не вижу. У тебя один пока я вижу. Ты аккуратней так стоишь. Блядь, а как он так... Так вот именно, я не знаю, что мне сделать, блядь. Я не настолько опытный. Верхний тяни. Я в надежде как бы перекрутить на якорь. Подхожу к вам, по-моему. Да-да-да. Так, я перекручиваю его, перекручиваю, он просрал всю скорость. Фоку не вижу. Сейчас я подойду снизу, можешь не спешить. Все, он вверх пытается вытянуться. Ага, вижу тебя, долби. Это тунгус. Это тунгус. Готов. Все, хорош, хорош, хорош. Отлично. Фоку не вижу, у тебя чисто. Я сзади контролирую вас. У вас сейчас 6 будет. Вверх вытягивает квадрат. Первый сектор 343. Майкл, видишь? Нет. Зенитки что-то не работают. Атакуют, атакуют тебя. Мимо, мимо. Уже показалось, что зеленый. Уже тот же самый якорь в шахарале. Он вверх потянул, да? Он вверх, да. Сейчас я его там попробую. Майкл, ты меня видишь? Еще один снизу на захожу меня. Захожу на месте. Заходит по лобовую. Нет, не вижу. Шел, да, перешел вверх. 343 первый сектор. Да-да-да, так, иду. Ребят. Кто выше? Я на него захожу, я сзади. Ага, все, понял. Павел, я, кажется, за тобой сейчас. Мест прошел, ушел вверх над нами. Это мест, ладно, давай я его собью нахрен, потому что он мешает. Три места всего. Задымил мессер. Один вправо ушел чуть-чуть. Майкл, подхватишь, видишь дымный мессер? Да, да, повторяю. Давай, 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 я разнести попробую. На тебя заходит. Блять. Потом снизу на кого-то заходит. Да, 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 на танкист, на Майкл. Руби, бляха. Прима. Да вот. Че там крутится, как, блять. Все, долблю. Кто наш отстал от компашки? Ну, то есть. Там вроде был еще кто-то русский, отдельно летающий. Майкл, забираешь? Mm. У тебя чисто. Да-да-да, сейчас подумаю. За ним. Так, у меня сзади дымящийся. А, разбился. Вы там четвером, по-моему, крутитесь. А, на тысячу, я полторы. С тремя мессерами. И ты один. Внизу? Да? Это на фигом, да? Попадают. А, так это ты, значит, четвером и есть, да, просто? Вижу тебя, дальше вниз. Блять, пилот в черноту аж ушел. Атака, 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 атака. Вытягивайся. Я вижу. Все, я его стрельбу расфигачил. Почти. Отлично. Че, отлично. Бросил, бросил. Дороги правее, не вкручивайся. Так, а у вас какой квадрат шифте, если можешь, подойдем. Майкл, давай. Давай к шифте. Девятый сектор 300. Заход на кого-то из наших. Аккуратно. Высота 1000. Стоим в левом гараже. Стреляй, стреляй, близко, стреляй, близко, близко, близко. Иду в девятый сектор. Это вот. А, все, огонь. Это уже на нулях.